Всем привет, с вами Соловьё Марина. Пришло время поделиться своими покупками летней одежды по распродаже. Это была распродажа детской одежды, это была распродажа Флоранж. И сейчас постепенно вам все буду показывать. В данный момент на мне сарафан из детской коллекции, хлопковый, белый, вот такой весь из шитья в верхней части, очень красивый. Я случайно буквально на этот сарафан наткнулась. На тот момент, когда я делала свой первый заказ вещей, мне достался только детский такой сарафан на размер 104. Я приобрела его для ребенка своей подруги. И распечатывать не буду, я просто подарю в таком виде. Ну, а вам покажу сейчас на себе. На мне ростовка 170, и он, девчонки, слегка большеват. Но я решила не обращать на это внимания. Большеват он вот здесь в ширину. Хотела его ушить, но, возможно, только с одной стороны, здесь потайная молния, и это уже возникнут сложности с тем, чтобы его ушивать, возьмут много денег, я не хочу тратить эти деньги, я предпочитаю оставить как есть, не слишком он большой, может быть, со спины, конечно, смотрится по-другому, я со спины не могу себя оценить, только если сейчас сниму видео и посмотрю. Ну, а вам показываю, карманов здесь никаких нет, что еще? Хлопковый, здесь две юбки, абсолютно все из хлопка, верхняя часть вся из шитья, двухслойная, то есть здесь нет никаких просвечивающихся частей. И вот так он выглядит сзади. При моем росте 165 сантиметров он мне ровно до колен. Он очень комфортный, он одевается у меня даже без расстегивания молнии. Все комфортно, все замечательно. И если вдруг у вас появится такой сарафан с возвратов или кто-то разутвердит заказ, возможно, рекомендую, возьмите. Мои параметры по груди, я уже писала там, где купальники, 87 у меня по груди, 76 по талии. Вот можете ориентироваться, смотрите, у меня здесь еще очень много места свободно, здесь тоже свободно, то есть даже на больший размер груди, при таком же росте, как у меня, или даже выше, вы можете спокойно взять его на себя, и он вам будет как раз. Следующее, что я взяла из детской коллекции, я купила дочери вот такие брюки. Спортивные брюки с люрексом и вот с такой эмблемой. Достаточно толстенькие брючки, внутри у них, ну, я не знаю, как это называется, видите, да, что они не гладкие, но они очень-очень мягкие. Я прочитала отзывы, прежде чем их заказывать, и в отзывах было написано, что они колючие. Колючему здесь совершенно нечем и быть, потому что полностью вся штанина, я вам сейчас ее выверну, покажу, состоит вот из такой ткани с обратной стороны. Здесь люрекса нет, и они очень-очень мягкие, очень комфортные. Я тоже взяла на 170, попробую сейчас примерить на себя, думаю, что я в них спокойно войду. И жалею, что не взяла себе такие ходить по дому, когда прохладно. Кстати, когда я их покупала, они стоили в закупе 399 рублей, сегодня захожу, они гораздо дороже. Я даже не поняла, почему так, по-моему, или 550, или 650. В общем, поменялась цена. Здесь карманы по бокам очень удобно, внизу нет никакой резинки, никакой утяжки, просто подогнута штанина. Ну и что касаемо веревочки, она утягивает абсолютно все по талии, тоже с люрексом. Ну и люрекс здесь, даже с наружной части этот люрекс не ощущается как какой-то колючий, колкий, абсолютно нет. Ну я сейчас их надену на себя и покажу. Я все-таки решила сделать замеры платья, сарафана вот этого белого на 170 ростовка. И послушайте, что у него в талии. В талии мы имеем 45 сантиметров, то есть 90, он очень объемный, не обтягивающий. И по верху, одну минутку, и по верху 47 сантиметров, то есть очень-очень на объемную грудь. Я надела нашу футболку Faberlic и брючки. Брючки напоминают тоже на 170 рост, и они мне большие. То есть у меня, у дочери немножко другие пропорции тела, у нее покороче тело, подлиннее ноги. Она их надела при таком же росте практически, как у меня, она чуть-чуть повыше на пару сантиметров. Ей эти брюки как раз, ей ничего укорачивать не нужно. А если бы я себе брала такие, мне бы нужно было на 164. Потому что эти длинные, я прям встаю на них, если вам видно,
я встаю, и у меня под пяткой еще несколько сантиметров. Вот так они выглядят сзади. Объем бедер у меня 96-97 сантиметров. Талия у меня 76. Мне нигде не жмет, не давит. Они, конечно же, в обтяжку. Это видно немножко по карманам. Они чуть-чуть тянут. Но в целом мне эти брючки подошли бы. Если бы было 164, я бы себе заказала. Они были, кстати, еще в бирюзовом очень красивом цвете. Поэтому, если у вас есть, можете заказать. Так, дальше покажу вам, что я заказала еще на распродаже Флоранж. Я поняла, что мне обязательно нужен какой-то бюст без верхних лямок. Я не очень люблю балконеты с отстегивающимися, потому что они все равно немножко тяжеловаты. И увидела во Флоранже вот такой бюстик бандо. Бежевенький. Как раз то, что нужно. Не белый, не черный, именно бежевый, который подойдет практически под любое платье. Я сейчас его надену и попробую вам показать с платьем, под которое я планировала надеть. И мы сразу же посмотрим, подходит он для таких вещей или не подходит. Артикул этой модели 204-271, это размер М. S-ок у нас уже не было, но я и на S-ку не рассчитывала, поскольку я все-таки здесь не самая худенькая. У меня под грудью 76 сантиметров, грудь 87. Я взяла М-ку, и М-ка мне подошла. Она не давит, она не болтается, я, получается, попала в размер. Ну и сейчас я надену этот бюст и надену платье, которое я еще получила с сайта Shein. Это платье я вам демонстрирую с сайта Shein. Я периодически заказываю там вещи, мне их присылают на обзор, для того, чтобы вы посмотрели, как они смотрятся на людях, а не просто на картинке в каталоге. Долго выбирала, хотела это платье, я понимала, что у него очень большая пройма, очень низкая, и надо было что-то под него носить. Давайте посмотрим, как оно сзади. На мне размер S. Бант развязывается и надевается платье через голову. Я надела этот лиф-бандо сейчас на себя, и вот, пожалуйста, его видно. Возможно, будет видно и любой другой. Ну, не знаю, посмотрите, как это выглядит сзади. Мне, честно говоря, вот здесь не очень нравится. Может быть, попробовать спустить немножко пониже. Ну вот, в принципе, можно, да, можно выкрутиться, можно чуть-чуть приспустить сбоку и спокойно носить, потому что без какого-либо белья это платье очень-очень просвечивает. Несмотря на то, что у него есть подклад очень тоненький, оно все шифоновое, невесомое, летящее. Я, когда увидела его на сайте, захотела, ждала, когда же мне пришлют приглашение снова выбрать вещи, и заказала. Осталась очень довольна этим платьем и жду, когда же я смогу в нем куда-нибудь выйти. Ну, а пока оно просто лежит. Вот это платье я тоже очень давно хотела. Я смотрела, все откладывала, какие-то другие вещи выбирала вместо него. И, наконец-то, решилась и заказала. Платье из 100% полиэстера, да? Правильно говорю? Ну, если неправильно, ну, простите, пожалуйста. Я никогда не помню, как это слово говорится. В общем, оно не хлопковое, и, честно говоря, можно даже подумать, что в нем есть немножко хлопка, потому что ткань не такая стеклянная, как могла бы быть. Но насколько будет комфортно в жару, я не знаю. Мне кажется, будет вообще некомфортно, потому что эта ткань не дышит совершенно. А предназначена она именно на какое-то теплое время, потому что, сейчас покажу, отойду, с чем это связано. Ну, вот такой вырез. Получается, запах у него. И очень интересные рукава-фонарики, которые не распрямляются. Здесь защипы. Я не знаю, как это все в будущем буду гладить. Ну, давайте посмотрим. Я отхожу. Это вот такое платье-халатик. И я, когда смотрела на фотографию девушки в этом платье, это было прям, ну, муа! Это из серии ожиданий и реальность, да? Ожидание было, что ты будешь такая же красивая. Оказывается, нет. Эти рукава меня в верхней части еще больше расширили, плечи мои широкие как-то больше выделили. Ну и в целом платье выглядит, ну, реально как домашний халат. На нем нет ни одной пуговицы, оно просто с запахом. И вот такая неровная юбка спереди завышенная, сзади удлиненная.
В этой стороне находится дырочка, где я продеваю пояс. Затем пояс нужно один раз вокруг себя обмотать. Там очень длинный конец у этого пояса. И завязать сбоку бантик. В общем, я, честно говоря, смотрю на себя и понимаю, что это, ну, мне не очень идет. Если у вас побольше грудь, если вы постройнее меня, то я думаю, вам это платье подойдет. У меня размер S. И, в принципе, размер у него хороший. Размер мне подошел. Ну, а так в целом, я даже не знаю. Наверное, я даже вот в Челябинске в нем никуда и не выйду. И куда я вообще в нем выйду, ну, получается, будет просто лежать. Потому что я себе не нравлюсь в этом платье совершенно. Оно мне не идет, оно меня даже как-то вот в этой части полнит, в этой части полнит. Может, мне, конечно, роста не хватает для этого платья и объемов. Ну, в общем, если вы повыше, если вы постройнее и у вас больше объем сверху, то я думаю, это ваш будет фасон. Теперь вам демонстрирую пляжное платье Флоранж. Я уже купила такое под названием Mint, а это фуксия называется. Я взяла размер S. Почему S? Я решила попробовать. Все-таки S намного больше, намного меньше или не намного. И размер S мне понравился больше. И, девочки, я то платье ментоловое M-ку сдала, не ментоловое, а мятное, М-ку сдала и заказала S. Я сейчас покажу, как сидит S. Ну, я не думаю, что вы вряд ли поймете разницу между M и S на мне. Но разница в комфорте, вот, в которой ты ощущаешь. Во-первых, оно чуть-чуть покороче. Если то у меня прям по полу скользило, то здесь у меня видно ногу. То есть оно короче, прям, не знаю, сантиметра, наверное, на 3 или 4. Ну и плюс ко всему, за счет того, что меньше ткани на юбке, оно не такое тяжелое оказалось. И держится на мне гораздо лучше, чем М-ка. Ну и плюс ко всему, я заказала вот этот лифт-бандо и решила, что даже если ткань здесь перерастянется, я надену его, и ничего не будет видно и ничего не будет просвечивать. Вот так на мне выглядит S-ка в цвете фуксия. Вот посмотрите, я отхожу, и видно стопу, то есть это я не встаю на носочки, видно, полностью прикрывает щиколотку. Но стопа открытая, то есть при ходьбе, если я тот сарафан немножко подбирала вот так, когда шла, то этот подбирать мне не хочется. Он спокойно струится, не тащится по полу, мне это очень нравится. Ну и сзади выглядит вот так. Сейчас я просто вам покажу, как выглядит ментоловая мятная эска и еще одна вещичка. Ну вот это платье Mint в размере S. Что-то, честно говоря, мне кажется, что-то вот тут вот нашито как-то неаккуратно. И менять, конечно, придется, потому что очень-очень вот здесь все некрасиво выглядит. А так, отхожу подальше, точно так же, такая же длина. То есть S-ка покороче, чем M-ка. Ну и мне в ней комфортнее, просто даже потому, что платье намного легче. Ну и последнее, чем я хочу поделиться, заказала сыну вот такую базовую фуфайку, девочки, всего 159 рублей она обошлась. Но я не говорю про доставку, потому что я не помню, сколько это была доставка, но это был не автозаказ. 122 размер и 100% хлопок. По-моему, это прошлогодняя школьная коллекция, но неважно, да, в какой коллекции выходит такая майка. Когда она стоит 159 рублей, когда это чистый хлопок, и ребенку идти в школу, она в любом случае пригодится, я, конечно же, заказала. На этом все. Все, что в последнее время я приобрела и вам показала. Большое спасибо, что посмотрели очередное мое видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик для того, чтобы своевременно быть уведомленными о выходе моих новых видео. Ну а те, кто хочет с 20% скидкой покупать Faberlic Florange и быть в курсе всех внутренних распродаж, которые не отражаются в каталоге, проходите по ссылке под этим видео. Приглашаю вас в свою команду. Буду очень рада видеть вас в ней. С вами была Марина Соловьева. Всем большое спасибо. Всем пока.